то есть как бы хорошая литература, она всегда востребована. Я сейчас книгу читаю, короче. Смотри. Ну вот мы были в цели. У меня, честно, наверное, не пойдет, у меня интернета сколько нет. Сколько было людей, которые... Ты видел, да, сколько литературы было? Людей очень много на Бакфасте. Вот, ну, плей, да, вот я сейчас читаю книгу, как бы онлайн, да? И реально, как бы вот, ну я про деньги читаю книгу, и там первые слова всегда стоят. Образование, образование, получение информации, вон скорая помощь, мне как-то плохо. Короче, врач едет типа как на одной машине, а санитары на другой машине. Почему? Потому что врач как бы получается не как вот в России система. Врач не сидит там, допустим, скорая не ждет вызова, то есть он работает в больнице полноценно, все, ну не оперирует как бы, да? Просто получается, если вызов, он бросает все и сваливает. И они параллельно гонят. То есть человек не может быть, ну, тунеядничеством заниматься, потому что денег стоит. Большая часть людей, которые приходят, они видят только вот это вот. То есть не все видят то, что мы увидели. Перерабатывают мед. Да, то есть людям то не... Как сказать? Понимаешь, как сказать? Встречают по одежке по-нашему, провожают по уму. То есть ты можешь быть богатым человеком, ходить в Дольче Габбана, но быть полным дебилом. Вот мое мнение. Тут весь сыр идет отсюда. Так. Это Литерн-плага, а? Das geht automatisch. В общем, тут все перепаковывают. Это все для транспортировки. Это все принадлежит фирме. Geht automatisch, automatisch. Also, hier werden die Pakete gepackt. Тут пакуются пакеты, все, в общем, отсюда идет продажа. Das ist jetzt nochmal Lager. Это все склад, вы видите. Мать, вот, посмотри. Вон here, this here. Все пена. Ты видел деревянные, где дерево, тюля сложенное? Очень мало. Вон во дворе. То есть дерево нигде нет. Я. Я. Давай. А еще. Извини, руки тут. Это все наше. А, это все тоже наше. Это сера. Сера. Сера? И вот тут вот нигде не рвано. Вот посмотри, плечики все. Нигде не вырвано ничего, как это самое. Рамочки в сборе. Тут смотрю, орхидеи, кормушки. Ну, вон они. Да, да. А потом орхидеи, ящиков. Вот тоже ихнее производство, это подставка для солнечной раскатопки. Крути, да? Ага. Это все они сделали для сезона, который будет, то есть заранее. Там все из дерева. А, они спрятали наверх деревянные уля. Там все что из дерева. Хоник. Мед. Ручка. А в ведрах что? Тоже мед. Разогревает мед, видишь? Это бочка. Бочка разогревая. Вермишрай. При 38 градусах. 38 градусов. Две бочки входят. И как долго она стоит по времени? Три дня. Три дня. Хоник лагер. Вон да. Алес лагер. Это все Ты можешь видеть, вот испанский мед, испанский био, мед. Это все торговля, то есть они перекупают, маркируют и продают. Вот это немецкий, который они сами производят. Это вот. А все остальное ты можешь эвкалиптовый увидеть, цитроновый. Ну вот мне хочется сказать украинским пчелодам, вот я думаю, что на Украине лимонный мед и апельсиновый мед не делают, эвкалиптовый тоже.
Да. Ни одна Украина занимается производством меда. На любой товар есть свой клиент, на любой товар. Можно продать хоть что. Hier siehst du noch mehr Lager, Helmchen und Kästen. Прямо мы видим деревянные же рамочные. Дерево. Все рамки. Воск, рамки. Много рамок. Какие-то препараты, аппараты, сетка. Причем много-много всего. Упаковано. Стеллажи. Парогенератор, это решетки разделительные. Ту, скажи нам, надо ли вот вот? Да, вот есть гены. Без этого брать. И вот черный мой, да. Сиди. Тут вот видно, вот это, вот, и коробки с банками. Коробки с банками. Это, то есть, ну, которые пришли. Деревянные. Орхидея деревянная. Деревянная орхидея. Так всего. В общем, тут работает он неохотно. Тут работают продавцы, сюда он ходит неохотно. Рамочки пластиковые. Уже почищены. Уже обработаны воду. На это. Они убежали, можно было бы чего-то спросить. Пошли. О, для ос, для этих. Ну ладно, в магазине посмотрим. Все. Заходи. Зайц сказал, что вы такого больше нигде не увидите в мире, как у него. Где это все создавалось годами. Поколениями. Да, поколениями, извиняюсь. Я просто годами. Видишь, это Aufträge, то есть заказчик заказ Aufträge. Посмотри, сколько заказов. Каждый листочек это заказ. И знай. Запах тут. Ну, это запах все заказы. Шикарный. Еще не сделан, уже продан. Вот сушилки, Вань, сушилки пыльцы. Нет, чтоб тебя. Нет, иди. Чтоб я его. И сколько за раз можно загрузить? Сколько килограмм спас по? 35-40. И сколько часов? Два дня. 120 кило can ich видеть. То есть вот 4 штуки 100 килограмм. Два дня. Все автоматически. Какая температура? Температура einstellen etwa 45 Grad. Примерно 45. Смотри, плитка какая. Блин, вообще круто. Мед. Пропаганда, везде пропаганда. Тут камера сразу. А ты внутри что ли? Это идет откачка. Wenn wir schleudern, когда они качают, dann werden die Honigwaben in Target heimgeholt bei Elgale. Грузовик забирает груз корпуса меда. Und werden drüben zeige ich ihn dann in einen speziellen Raum gebracht mit Stapler und speziellen Vorrichtungen. Возит это все специально в помещение эти корпуса, по грузчикам туда все заделываться. Und wird dann hierher gefahren und wenn wir schleudern, stehen die Schleudern hier. Mit der Gondel стоят тут, когда они качают. Mit dem Sumpf dabei. Sumpf, это может куда с медогоном бежит. Und wird geschleudert und der Honig wird gleich hier in diesen Tank gepumpt. Мед закачивается в этот 1000 кило. Бак. 1000 килограмм. Das ist dann auch eine Entdeckungsmaschine dabei. У них кроме этого еще одна машина, которая открывает. Мы ее увидим позже. Dann kann man an einem Tag etwa 1000 кило Honig schleudern.
В один день они качают 100 килограмм, 1000 килограмм примерно. Dann wird der Honig, wenn das geschleudert ist, über Nacht auf 45 Grad erwärmt. 45 Grad warm. 45 Grad. Температура танка 45 градусов стоит, ну, ночь. Und morgens wird oben Wachs nochmal abgeschöpft. Утром они убирают просто восковую. Schlauch dran, Tür runter, Fässer, unten stehen große Fässer, 300 Kilo Fässer und hier. Und в общем, внизу стоит бочка, то есть шланг в окно, и сливают в бочке 300 килограмм. Und dann Stapler und weg. И погрузчик все это вот. Und dann geht's weiter. И они дальше. А как сюда мед? Пока позже. Jetzt momentan ist hier die Apfelmaschine ist auseinandergebaut, gewaschen. Er hat hier diesen Honig, keine Ahnung. Фасовка, в общем, в данный момент она помыта и стоит в таком положении, ждет дальнейшей работы. В общем, вот это фасовали. Он говорит, я не знаю, почему так, не выйдем. Свежепомытые ведра, в общем, помыли, поработали, помыли, стоит, ждет. Das ist jetzt alles hier mit Waschmaschinen. Посудомойка, то есть уже оборудование, что-то мыть. Ну, банки, мы. Und das ist alles so, wie es sein muss. В общем, это все, что касается меда тут. Часть всего. Ist auch nicht groß, aber optimal für uns. Это не очень большое, но оптимально, чтобы работать нормально. И самое главное, что-то свое. Da kommt die Pumpe dran mit Niveauregulierung, also wenn der Sumpf voll ist. Tonic Clean надо после медогонки сразу туда, видишь, сетка. Das läuft alles völlig voller Bereich. Ja? Du hast nie ein Sieb, was verstopft ist, du hast nie irgendein Problem, es kann nie was überlaufen, es ist alles geregelt, komplett. Du musst nur schleudern und acht warten, dass der Tank nicht voll wird. Aber wenn er morgens leer ist, mehr wie 1000 Kilo kriegst du am Tag nicht hin. В общем, с этой штукой, вот, с этим зумфом, да, твоя задача только качать, не бегать, смотреть перелет, не перелет, потому что автоматически наполнение регулируется. Единственное, должен смотреть, чтобы там не перебежало. Остальное все. То есть твоя задача качать, но не смотреть, бегать. Как правило, тут два человека работают. Einer, der beiholt und guckt, und einer, der die Entdeckungsmaschine bedient, also Entdeckungsmaschine bedient und macht, und einer, der die Schleudern bedient und guckt. Один ходит, смотрит все, помогает, как подсобный рабочий, а второй только работает на открывалке и то есть медогонки. А какая распечатка? Пока. Один индекер, он. Я куплю. Мы еще увидим. Vorsicht, wir haben jetzt offenen Honig, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Offener Honig, ne? Ну, сейчас работает. Hier kühlt er auch. Wenn es im Sommer warm ist, wird hier gekühlt, hier wird cremig gerührt, Honig. Na? Nun, работает, да. Aber das ist auch alles eingestellt, das läuft automatisch und macht. Das ist ja so. Und hier wird, wie gesagt, gestartet. В общем, корпуса, потому что внизу не хватает деталей, корпуса сюда подают. А через окно. Вот на этой тачке возят туда корпус, то есть нету наклонной поверхности. Мы видим тут бочки, ну, сантиметровые, которые тоже надо. Und genauso die Fässer, die werden hier hochgeholt. Also, wenn wir jetzt die Fässer haben, werden die hier hochgeholt, durchs Fenster reingefahren, ne? Und hier leer gemacht und dann. В общем, мёд сюда поступает вверх, тут это все. Делится и тара обратно все. Даст тебе деньги. Вот это распечатка. Это распечатка наша машина. Декристаллизатор тоже. Тоже мойка, тележка, мед, насосы, сито. Мельда акация. Акация. Acacia Honey. Acacia. Ja. Und das ist auch noch Bio, ne? Organischer Mehl. Ist das auch Mehl? Ja. Die Deckelungsmaschine ist hier, das sind diese umlaufenden Messer, die laufen hier diese Messer rum.
Ja? Обрати внимание, такие вот штучки полненькие, или как это называется. Die drehen sich rund, recht schnell. Ножи вот эти так. Und dann geht das Teil nach unten, hoch und fertig. То есть рамка зажимается вниз, вверх, прижаж. А внизу und плавится сразу. Der Entdeckelungshonig, das Deckelwachs und der Honig kommen hier drauf und werden sofort getrennt. Wachs wird geschmolzen und Honig fließt weg. В общем, то же самое. Das Thermoplatte, oder? Von Thermoplatte ist hier. Die Maschine? Nee, also ich habe die gekauft, fix und fertig, so wie sie ist. В общем, то же самое. Получается, через коллекторы все на коллекторы падает, плавится, делится. И выходит воск, выходит мед. Вот эти вот пластинки, вот посмотрите, вот пластинки вот такие вот они. То да, есть, это тоже срезает. Да, то есть они бьют. Прийти einstecken, wie das System läuft. Geht? Сейчас нам покажут, как это все идет. Да, я вижу, что крутится, да? Да, пропеллер. То есть получается, у тебя, знаешь, как их выбрасывают, то есть... So einfach geht es. Und der Deckelwachs, wie gesagt, wird sofort geschmolzen. Das läuft hier hinten raus. Снова переплавляется и все разделяется на воск и мед. Habt ihr eine spezielle Honig hier? Wird alles zusammengebaut, das Ganze. Dann läuft hier hinten das Deckelwachs. Hier läuft der Honig raus, Entschuldigung. Der Deckelwachs läuft auf einer Seite raus und auf der anderen Seite. Все собирается, регулируется воск. Класс. Видишь, остановился. Вкусно. Вкусно. Ну, фасуль-то не, да? Рапы такие классные. Я смотрю, много оборудования, много разных. Я тебе хочу сказать, обрати внимание, что оборудование работает. Это, опять же, Олег Борисович, оборудование работает, ты отдыхаешь. Ты зарабатываешь деньги в другом месте. Mehr habe ich jetzt aber nicht mehr. Ach, wir bedanken uns sehr. Alles klar. Das war eine richtig interessante Führung. Gut. War ich jetzt nicht darauf vorbereitet, weder von meinen Kleidern her noch von irgendwas, aber das ist so bei uns. Он не был готов к нашему приезду, поэтому извиняюсь, как получилось, так получилось. Зато классно получилось. Очень классная экскурсия. И то, при этом, что она не закончена. Еще магазин есть. Braucht ihr? Junger Mann will noch Führung über Geschäft. Über das Geschäft? Oha. Entschuldigung. Bin ich der Falsche, aber gut. Gut, mach ich. Не, ну... Im Geschäft habe ich nicht so viel Ahnung, da weiß ich eigentlich gar nichts. Насчет пород, многие сказали. Пород в Германии куча, реально куча. Как бы, вот если... Я облетников изолирую. Знаешь, когда люди вот не знают, да, про породу. Ну, сейчас начнем про породу конкретно. Тоже чувак, это маленько что-то это. Короче, вот смотри.
литература пишет, да, ну, как вообще, ну, как информация, да, что Бакфаста 35% в Германии. Потом, допустим, там, грубо говоря, 35, там, это что остается, 65, допустим, 60% карники, и 5% они пишут зонстики, это, то есть все породы. Там итальянка, черные пчелы, допустим, эти, ну, и, ну, как, ну, лесные пчелы, как назвать, среди русских. Темная мелифера. Да, мелифера, там, допустим, ее 2%, там эти столько процентов. Вообще, если ты задаешь, да, в интернете, купить там итальянку, у тебя вылазит итальянка, предложение по итальянке. Карпатские пчелы продаются тоже так же в интернете. Смысл в том, что на любой товар, да, есть как бы свой, ну, покупатель. По автомобилям, смотри, сколько их, и каждая марка, да, работает, и каждая марка продается. То есть нет единого такого, чтобы по Мерседес сказал, короче, мы рубим всех и будем продавать только Мерседесы. По облетникам на Хессене, по-моему, 3 или 4 облетника. Я знаю, что 3 точно защищены, то есть как бы, ну, государством, то есть там не то, что какая-то человеческая, как, ну, естественно, сначала это на человеческой как было инициативе это сделано. Они функционировали, потом они защитились государством. Но это не говорит о том, что во всей области пчел не держать, ну, как бы держать определенные. Это говорит о том, что там 10 километров это, ну, полностью закрытая зона. Вот таких 3 на Хессене. Хессен я не знаю, с чем сравнить, там, ну, такой кусочек области. Земли, да. Ну, типа Черкасская, да, область. Ну, область, считаю, что островов это в Германии, наверное, только по карнике штук 5, не считая Бакфаст, вот их 3. Да? Потом В Голландии 2 острова, это Амиланд, Маркин и Покарник, я не знаю, вот Толик, как бы, вот, я про один знаю, что Толик возит, да, как бы я только, ну, не хочу обманывать, да. Вот. В Хорватии один остров, который, ну, как бы работает, да, с Кирхайном они вместе там работают. Это Покарники. Покарники.